Тамбов, Мичуринск, Моршанск, Жердевка, Рассказово, Тамбовский округ. Это лишь малая часть муниципалитетов, из которых приехали спортсмены. Первый день участники показывали свою технику, или, как говорят каратисты, ката. Комплексы движений и ударов, связанные с основными принципами ведения боя с воображаемым соперником. Сейчас поединки. Всемирно известное карате – это тот самый вид спорта, который имеет на своем счету немалое количество стилей. И перечислить их все получится далеко не у каждого. Причем отличаются они не только техниками. Чтобы выяснить, какой же карате лучше, был создан отдельный вид спорта – всестилевое карате. Вообще, карате – это древнее боевое искусство, получившее свое развитие на одном из островов Японии. А вот всестилевое карате – вид спорта относительно молодой, который был признан только в 2014 году. Создание отдельного направления позволило представителям разных школ выступать на соревнованиях по трем видам правил. Ограниченный контакт, уже само название говорит само за себя. Здесь собраны представители традиционных направлений карате, таких как шотокан, фудокан, ситарю. Если говорить по полному контакту, то это правила, близкие к правилам кёкусинкай карате. Если мы говорим про правила средства защиты, ну это что-то, наверное, близкое к рукопашному бою. Среди участников не только юноши, девушки и дети, но и опытные спортсмены. Александр Окунев карате начал заниматься, будучи уже достаточно взрослым. На первую тренировку попал 18 лет. Занимался примерно год, а потом сделал немалый перерыв в целых 10 лет. Но про карате не забывал. И буквально 2 года назад молодой человек решил, что душа все-таки снова требует идти в бой. Соперник, на самом деле, очень опытный. В принципе, я это предполагал, поэтому поединок, как вы видели, завершился с дополнительным временем был, да. Но я считаю, хороший бой. Думаю, зрителям понравилось. Мы с соперником хорошо попотели, поэтому, ну, отличный соперник, отличный бой. Победители этих соревнований попадут в состав сборной нашей области, которая уже в апреле будет представлять регион на первенстве Кубки России, а также на всероссийском чемпионате в мае. Полина Матовникова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова, «Область новостей».